Трудоустройство лиц с инвалидностью. Этому вопросу уделяется особое внимание в областном центре. Так, с начала текущего года 369 человек с ограниченными возможностями были охвачены активными мерами содействия занятости. В частности, на краткосрочное профессиональное обучение было направлено 6 актюбинцев. Из них 4 человека трудоустроились на постоянные рабочие места, став швеями, закройщиками и парикмахерами. Были направлены на обучение основам предпринимательства по проекту «Бастов бизнес» 160 человек. Государственные безвозмездные гранты в размере 1 225 000 тенге получили 20 человек. Они открыли теплицы, брали гранты на развитие птицеводства, животноводства, полиграфии и других бизнес-направлений. Также на молодежную практику было направлено 8 молодых специалистов. По проекту первого рабочего места трудоустроено 1 человек. На социальное рабочее место было трудоустроено 12 человек. Также на постоянное рабочее место трудоустроено 106 человек. Согласно утвержденному плану, созданы специальные рабочие места для лиц с ограниченными возможностями. На эти места было трудоустроено 2 человека. Были направлены на работу в качестве швеи и были обеспечены специальными устройствами.